Министр образования Калининградской области побывала в Приднестровье. Визит длился 2 дня с 28 по 29 января. Светлана Трусенева пообщалась с членами правительства, представителями депутатского корпуса, директорами приднестровских школ. Акцент на общении с руководством правительства. Обсуждали российский опыт нововведений в областной системе образования. Также Светлана Трусенева пообещала Приднестровью поддержку от российских коллег. Калининградская область лучшая в образовательной сфере школьной ступени. Таковы итоги масштабного российского исследования. Его проводили в рамках Петербургского международного экономического форума. Эксперты корпорации «Российский учебник» и специалисты Высшей школы экономики 1,5 года работали над исследованием. Анализировали состояние школ и детских садов, педагогический состав и уровень развития инфраструктуры.